Своеобразная такая, ну, мало таких классных руководителей. Правым и неправым, всегда нас поддерживает, выслушает. У меня в основном. Потому что я больше всех косячу. Ну, она очень добрая, внимательная. Плюс того, что она всегда нам как бы доверяет. Нет такого, чтобы она нам как-то так относилась или обвиняла нас в чем-то. В основном, даже если кто-то против нас, она всегда за нас. Спортивные все, спортом занимаются. Выезжают некоторые на районы по футболу, по волейболу. А Тимур? Тимур отличник. Дает ИНТ, кто побольше ИНТ, набрал баллы больше. Тоже спортом занимается, бегает. Первые места занимает. На автобусе это вот самые такие воспоминания за 11 лет. Сижу и перелистываю школьный свой альбом. Как много воспоминаний хранят его страницы.
границы. Кажется, годы пролетели одним днем, а коридоры школы все продолжают сниться. Кажется, как и раньше, сидим мы за партой и вот... А, я никогда не забуду. Я не забуду, когда я был лидером школы. Ничего вы? Так, потом, что я не забуду? Не забуду аллею выпускников, не забуду свой класс, Ольгу Михайловну, Надежду Юрьевну и всех учителей, которые нас учили. Учили нас всему. Так, благодаря их мы такие умные. Все, не надо. Внимание. То, что мне дала школа, это навсегда останется в моей памяти. Рисунки на партах и надписи, сообщения с данными об электронном адресе. Я помню классную доску, помню каждый выход. Первый класс. Я никогда не забуду, как готовился к экзаменам. Вот. Ну, я никогда не забуду своих одноклассников, своих друзей. Свою любимую учительницу Ольгу Михайловну, своего первоклассного руководителя Светлану Владимировну. Я никогда не забуду мою активную общественную жизнь. Я никогда не забуду спортивные мероприятия, которые проходили на школе. Ну вот и все. 11 лет, как один год, как один день. Мы, как корабли, в открытое море направлены взоры. Школа оставит воспоминания о друзьях. О любви, наверное. Не буду я плакать. Не знаю даже. Много чего, наверное, останется в памяти. Не знаю, осталось. Небо на глазах закрывай руками. В голове мелькают осколки фраз. Настал этот день, мгновение расставаний. И капельки дождя стекают с глаз. Я привыкла жить мечтой. Самое яркое воспоминание мое, наверное, как я пошел в школу, в первый класс. С одноклассников увидел. Что еще там? Все, короче, когда... Я не знаю, что говорить. Такое. Ну вот и все, мне кажется, что все закончено. Последний школьный вальс нам не вернется в прошлое. Пора идти туда, где ждут другие испытания. Друг друга узнавая, получали в школе знания о том, как надо любить, о том, как надо жить. Насколько хватит дружбы, ведь она тонка, как нить. Я не забуду никогда этих знакомых звуков, последнего звонка и поздравлений друга. Мне нравились концерты в школе, выступать. Нравились праздники в школе смотреть. Что еще? Не знаю. Классные часы нравились. Бегать на школьный класс, когда ты очень далеко, мне без тебя так нелегко, я буду спать.
которой я всегда хотела бы вернуться. Школа, ты дом, милый дом, мой родной, мой родной. Я приду, я вернусь за тобой. Школа, ты дом, милый дом, мой родной, мой родной. Я войду. Че? Ну вы говорите за вас. Как это?